Всем привет, меня зовут Ермоленко Игорь, вы смотрите видео дневник день за днем. День у нас сегодня 1 ноября, последний день, месяц точнее, первый день последнего месяца, в общем, 2014 года. Время сейчас, видите, сколько, без 17, в общем, 38, да? Скоро будет 6 часов. Так, ребята, в общем, решил я сварить борщ, опять в который раз, и, ну, не это самое главное, да, я его еще не готовлю, да, я сходил в Ашан, затоварился продуктами, и хочу сделать такой обзор покупочек и с ценами. Как-то давно когда-то я делал такой обзор, ну, я их делаю периодически, там, раз в полгода, чтобы смотреть, как изменились цены, ну, для будущего, там, да, чтобы лет через 10 посмотреть и ужаснуться, какие были цены, оказывается, дешевые 10 лет назад. Вот, ну и чтобы вам, некоторым, кто живет, например, не в России, было интересно посмотреть и сравнить. Приступим же, приступим. У меня образовалось тут целых два больших пакетика. Есть такой чудо-чек. Так, вот по нему и будем смотреть. Вышло все это дело у меня на 513 рублей. Начнем же. Ну, во-первых, это хлебушек. Каждый день хлеб дарницкий. Стоит. Пиво. Хлеб дарницкий стоит 12 рублей 35 копеек. Далее у нас идет зелень. Петрушка, укроп. Зелень. Вот, ассорти зелень стоит 14 рублей 9 копеек. Далее идет у нас Nivea Men, заряд чистоты, это к борщу не относится, это так, 95 рублей 67 копеечек. Так, что у нас тут есть? Есть лук на стол класть не будем. Так, лук у нас 2 килограмма вышло на 19 рублей, ну, почем здесь получается? Лучок у нас по 10 рублей за кг. И, по-моему, 3... Ой, господи. Сколько? Ну-ка, сюда иди. 3 килограмма 338 грамм на 43 рубля вышло. Картофель. Картофель у нас получается по 13 рублей. Чудо-пакет мусорный. Так, идем далее. Пиво Хамовники, венское. Оно у нас по 47-45. Взял я 2 литра себе на вечер. Опа, ну, чувствую, не хватит нифига. Придется в любом случае идти за добавкой. Вечер большой и длинный, осенний. Так, что я тут еще взял? Взял сметана, 36 копеек. Вообще, сегодня, знаете, сколько народу было в Ашане? Вообще, смели все с полок. Как будто прям перед Новым годом. Сметана. Почем сметана у нас? Сметана 56,23. Стоит. Далее. Перец болгарский, желтый. Блин, хотел обычный грунтовой взять за 70 рублей. Не было, представляете? Разобрали тоже. Перец желтый стоит 168,95. Вообще обдираловка. Красная цена ему, блин. 60 рублей за килограмм. Так, это у нас чеснок. Почем чеснок? Чесночок. Вот, по 61,90 у нас чеснок. Далее идет свекла. Свеклу тоже не будем ставить на стол. 200 грамм свеклы на 5 рублей. Почем у нас свекла? Вот, 18 рублей 95 копеек. И тут у нас идет морковка, уже помытая, развесанная, расфасованная, точнее, по килограмму. По-моему, 33 рубля. Морковь. Да, 33 рубля 95 копеек. Ну вот и все. И пакетики зелененькие сколько стоят? Рубль 40. Они у нас используются в качестве мусорных пакетиков. Ну и все это дело, видите, как вышло на 513 рублей. Вот. Чем занимался до сего момента?
весь день монтировал чат-рулетку. Я, в общем, вчера на Хэллоуин... Короче, что я делал вчера на Хэллоуин? Я, в общем, в чат-рулетке сидел. Ну, вы, наверное, уже видели, конечно, да? И я там... Да. И похмеляете, да? Ну, это на вечер, да. Мне сегодня, чтобы больше варить 4. Было... Четыре. Ну, маловато, я согласен. Коньяк вчера надоел. А, нет, я вчера виски же пил. И это... Миша пришел, меня сбил с мысли, елки-палки. Что хотел сказать-то, а? А, ну так вот, весь день я монтировал, соответственно, чат-рулетку. Кое-как 4 часа уместил в 30 минут, по-моему. Или 40 минут. Ну, что-то вот между 30 и 40. Замучился! Елки-палки. Ну, зато весело, весело и позитивненько получилось. Мне прям понравилось. Сейчас списался с Леной. Последняя девушка, которая с Ростова, да? Мы же обменялись этими контактами в ВК. Списался с ней, говорю, так и так. Я там подборку сделал туда-сюда. Даешь добро на то, что я вставил тебя. Она говорит, да, вставляй без проблем. Видос мне скинешь, в общем. Ну и на этом все. Лайм. Да, я хлебнул глоточек. Вот. Так что пожелайте мне, чтобы я нормально сварил борщ. Чтобы мне этого хватило. Хотя навряд ли хватит. Так что все, всем пока. Всем удачи. Всем спасибо за внимание. Вечер только начался. Аривидерчи. Всем привет. Это снова я, как вы догадались. Вот. Так, сегодня у нас 1 ноября. Последний день осени, скажем так. Всем привет, меня зовут Ермоленко Игорь. Вы смотрите видео «Дневник день за днем». День у нас сегодня 1 ноября 2013 года. День недели у нас пятница-развратница.